Всем привет, мои куколки, красотки, красавицы, ну и, конечно же, красавцы, куда ж без вас. Меня зовут Алена, и я очень рада видеть именно тебя на своем канале. В сегодняшнем видео будет распаковка. А что именно за распаковка? Если я вас заинтриговала, то обязательно оставайтесь со мной. Это распаковка с интернет-магазина Rendezvous.ru. Rendezvous.ru – это крупнейший интернет-магазин. Насчитывает более 180 тысяч товаров и 5 тысяч подлинных мировых брендов парфюмерии. Прежде чем мы начнем распаковку, хотелось бы вас проинформировать о том, что у меня есть промокод, который будет внизу экрана, а также в описании к данному видеоролику на скидку в 10% на весь ассортимент при покупке от 2500 рублей. Срок действия промокода до 30 сентября. Промокод суммируется со всеми скидками и акциями на сайте, ссылочку я оставлю в описании. Ну и давайте приступать к распаковке. Вы знаете, что у меня тут внутри находится? Во-первых, обязательно накладная. Упаковано все. Вот такой вот воздушный мешок. Пусто. И у нас с вами... Ой, пробники, это так круто. Во-первых, Jado от Dior. Jado от Dior, я просто обожаю эту парфюмированную водичку. Правильно же она, парфюмированная вода или именно парфюм? Так, парфюмированная вода, правильно я ее назвала. Девчонки, я просто обожаю вот эту воду на осень. На такую же холодную осень, поэтому с удовольствием буду ей пользоваться. Этого пробничка хватит, ну, недели на две, так точно мне. Потому что вот именно такие парфюмы, это у нас 1 мл пробника, очень удобный пулевизатор. Не вот эти вот пипочки, а именно пулевизатор. И очень удобно носить с собой, буквально пару пшиков, вот, и вы благоухаете. Это очень хороший, красивый такой вот шлейфовый, именно тяжелый аромат. Сразу хочу сказать, тяжелый в хорошем смысле этого слова, я сразу хочу сказать о том, что я не умею качественно, грамотно описывать абсолютно любой парфюм, но говорю как чувствую, ну, надеюсь, вам такого рода ролик тоже понравится. И новый для меня парфюм Fiori. Вроде правильно так называется. Вот такая красота. С удовольствием попробую. Огромное спасибо за пробники. О, я не могу. Просто не могу. Это я Jado взяла. Прям то, что я люблю. Так, и вот этот хочу очень сильно, потому что он прям через упаковку пахнет. Очень интересный парфюм. Еще раз вам покажу его. Если по описанию понравится, то скриньте. Цветочно. Цветочно-сладковато-перечная пудра. Цветочно-сладковатая перечная пудра. Вот так я считаю. Описание свое удалось. Мое, точнее. Описание мое удалось. Так, значит, смотрите, на сайте Rendezvous, не у Rendezvous, а на сайте Rendezvous.ru есть вот такие вот аромабоксы. Они у нас идут для того, чтобы каждый человек попробовал тот или иной аромат и понял, нужно ему что-то, не нужно, его, не его. Мне кажется, это очень-очень круто. Ну, вот лично для меня, чтобы там определиться с парфюмом. Смотрите, какая красота. Кстати, это у меня номер 41. Называется «Романтическое настроение». Так, как тут у нас его открывать? Ага, вот тут. Магнитная упаковка. Сейчас вместе с вами вот так.
очень качественная. И смотрите, вот так вот выглядит каждый аромат. И наверху у нас здесь описание. Очень-очень удобно. Так, значит, смотрите. Тут у нас... Я коверкать язык не буду, слушайте. Алена Юрьевна наслаждается. Так, первый... Initio Parfums. Вот он у нас первый, смотрите. Вот этот вот аромат. Вот этот. Вот он у нас находится первый. Очень удобная колбочка с пульверизатором. Это очень горький, сложный. Горький перец. Вот так я охарактеризую данный аромат. Вот так вот он выглядит в колбочке. И вот он сам в упаковке. Дальше у нас с вами идет Parfums de Merli. Такой вот розовый флакончик. Сегодня буду благоухать разными ароматами. Вот он у нас. Второй, розовый. Пробуем его. Это пудра. Это горчичная пудра. Горькая пудра, вот так я это назову. Угу. Что самое интересное, обычно ты, когда ароматы слушаешь, то сразу тебе бьет в нос спирт. Тут нет, тут сразу раскрывается сам аромат. Да, это горькая пудра. Следующий аромат — это манталь. Вот этот. Вот этот. Вот. У нас находится третий. У меня тела хватит. Я люблю все слушать на теле. Потому что на каждом он раскрывается по-своему. Так, сейчас. Ну, манталь всегда характерна сладость. Изыск. Вот прям вот. Сладкая горечь. Ну что же это такое? Два описания. Это сладко освежающий такой вот горький аромат. Но, кстати говоря, это все на осень прям самое то. С собой брать кайф. Так, дальше смотрите. Под любое настроение, вот, пожалуйста, заодно протестируйте и поймете, какой вам нужен в полноразмере. И можете, тут смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Можете каждый день. 7 дней в неделю, а даже 8. В общем, у вас 8 дней в неделю будет с этими ароматами. Каждый день использовать новый по настроению. Итак, отлик есть чуть-чуть. У нас идет аромат под номером 4. Молекула у нас 070.07. Вот он. Вы меня, если что, поправляете, девчонки, потому что я в ароматах... Вообще не умею ароматы снимать, но мне стало очень интересно. Так... Наша колбочка. О, это спрайт. Это спрайт. Сначала мне прям вот спрайт. Огуречный спрайт. Вот, да. Сейчас растертый листик смородины. Уже переходит в листик смородины. И финалочка... Свежескошенная трава. Офигенный аромат. Вот офигенный вот этот вот. Очень мне понравился. Это прям все мое. Смородина, листики смородины, свежескошенная трава и спрайт-огурец. Следующий у нас с вами вот этот аромат пойдет. Как он правильно? Крит. Вот он. Следующий крит. Так, где у меня... Не пахнет. А вот.
О, вот это вообще. Это свежесть белья. Это огурец. Это лето. Это вообще просто. Love and White Woman называется аромат этот. О, он такой интересный, он такой сложный. А сейчас он перешел в какую-то горчинку, свежинку, вот так я могу сказать. Писать. Что-то невероятное. Причем они абсолютно разные, они перебивают друг друга. Самое что интересно, я наношу сразу на себя, еще раз повторюсь, для того, чтобы понять аромат в полной мере. Следующий парфюм, этот парфюм прям идеален, вот этот вот Creed Love and Woman, он просто будет идеален летом, идеален, серьезно, это свежесть, это огурчик, это что-то такое вот освежающее, я не могу как правильно еще подобрать слова к описанию, но это вот прям вот то, что нужно именно летом. Парфюм Де Мерли, у нас еще один, у нас уже был под номером 2, теперь, а, нет, Мимоза, Мимозу пропустила. Так, вот она, Мимоза. Желтенький аромат в полном размере. Вот так выглядит. У нас их осталось 3. Это свежескошенная трава. Это цветы. Мимоза, это пахнет мимозой. Да, это весна, это 8 марта, это мимоза, и не зря она выполнена, сама упаковка в желтом цвете. Это действительно аромат мимозы, причем очень сложный, красивый. Во фруктовую ноту уходит. Вот, переходим к Parfums de Merle. У нас была Delina Woman, а теперь у нас Cassili Woman. Вот такая вот желтая, оранжевая упаковка. Вот она. Предпоследний. Ormat. Дальше. Так, куда мы еще не наносили? Шоколад. Первая нота шоколада. Затем идет нота абрикоса. И розы. Тут это все в перемешку дает очень интересный, сложный, такой вот прям окутывающий, согревающий аромат. Это, скорее всего, зима у нас с вами. И последнее. Так, флер. Флёр наркотик, вот очень много на него было отзывов, и я его хотела очень давно купить, как хорошо, что он тут есть. Вот он, девчонки, смотрите, флёр наркотик. Все упаковочки по очереди, поэтому не запутайтесь, это точно. Так, флёр наркотик. Вы знаете, поначалу кажется, как будто, ну а что тут наркотического-то, собственно говоря? То есть он обычный, а потом ты с каждым разом, когда начинаешь его слушать, 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 ты уже сама понимаешь, что у тебя нос возле того места, куда ты его нанес. Он какой-то завораживающий. Он необычно обычный. И одновременно он завораживающий. Он горько свежий. Вот что-то вот такое. И поэтому, наверное, он называется наркотик. Но сексуальность в нем явно присутствует.
Ну вот и все, девчонки, вот такая была распаковка с моими впечатлениями с сайта rendezvous.ru. У нас с вами было романтическое настроение для нее, Aroma Box, под номером 41. Тут у нас 8 вот таких вот ароматов по 1,5 мл. Мне кажется, это очень крутой набор для тех девчонок, которые, как я и сказала в начале ролика, которые хотят познакомиться с новыми ароматами, поносить их, понять, ваше, не ваше. Супер крутая вещь, я так рада, что это наконец-таки сделали. И напоминаю вам про промокод, который находится в описании, про который я вам также напоминала и говорила в начале ролика, но сейчас еще раз продублирую информацию. Заходите обязательно на сайт, радуйте себя ароматами. И если вам понравился данный видеоролик, кстати говоря, не только ароматами. Если вам понравился данный видеоролик, обязательно поддержите меня пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал, если не сделали этого раньше, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики, смотреть их первыми. Также жду вас в Instagram, ссылочку оставлю в описании. Ну, а я с вами прощаюсь, до скорой встречи, целую в плечи, пока-пока!